Очередной сезон первой баскетбольной лиги ДНР завершен. Минувшее воскресенье состоялась финальная игра, по итогам которой и определился чемпион республики. Титул лучшей команды ДНР удалось защитить баскетбольному клубу БК «Харциск». БК «Харциск» стал двукратным чемпионом ДНР по баскетболу. Финальная игра, в которой и определился победитель, состоялась в минувшее воскресенье в Донецке. В решающей схватке харцизяне встретились с донецким политехом. Перелом в матче наступил в начале третьей четверти игры. Сказалось о том, что их лидеры нахватались фолов. У нас тоже как бы был фол трабл, но наши ребята доиграли дисциплинированно. И результат сам показался сам до себя на табло. Какой результат? 96-73 плюс 23 очка «Харциск». 24 игры и ни одного поражения. Харцизяне с первого тура заявили о себе как о главном претенденте на победу в чемпионате. Ожидания болельщиков и руководства клуба команда оправдала в полной мере. Любой соперник, занимающий 13-е, 12-е, 8-е место, все бьются с «Харциском», чтобы забрать у лидера очки. Руководство клуба поставило задачу защитить титул, мы его выполнили. Плюс большое спасибо президенту за подготовленную базу, то есть новый паркет, все прекрасно, команда, только тренируйся и давай, как говорится, показывай результаты. Ну и ребята как бы поддержали, настроились и провели весь чемпионат без поражений. Финальная игра, вспоминает Борис Русаков, была довольно тяжелая, как в общем-то и весь сезон. Поставленная цель защитить чемпионский титул была достигнута, пусть и ценой немалых усилий. Сейчас стоит вопрос, играть ли в летней лиге или отдохнуть, потому что у нас несколько ребят на травмах, как бы играли на обезболивающих. Ну, нужно как бы восстановить здоровье, плюс отдохнуть, даже морально, просто как бы весь сезон на максимальных оборотах. Третий сезон первой баскетбольной лиги ДНР завершен. Однако любителям этого зрелищного вида спорта скучать не придется. 24 июня в Харциске на спортивной площадке профессионального лицея состоится третий открытый турнир по стритболу памяти Виталия Тимошенко. Начало соревнований в 10:00.